своей точки зрения нет необходимости применения ядерного оружия на Украине для достижения поставленных целей. Главное назначение российских ядерных вооружений – это сдерживание ядерного нападения. Западом вооружения для Украины направлены не только на затягивание сроков военного противостояния. Операция вооруженных сил Украины планируется в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты цели для нанесения ударов представляются западными разведками, но и ввод этих данных системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов «Джавелин», неких уникальных беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками определяются реактивные системы залпового огня «Хаймерс» и дальнобойная гаубица. Однако и эти вооружения перемалываются в боях.